Должников будут ловить прямо на дороге. У карагандинских сотрудников ГАИ скоро появятся автоматические распознаватели номерных знаков. Таким образом, дорожные стражи порядка прямо в движущемся потоке будут распознавать автомобили, владельцы которых внесены в базу данных неплательщиков. Ноу-хау появится благодаря подписанному в конце прошлого года министром внутренних дел и министром юстиции приказа о взаимодействии по задержанию автотранспортных средств, принадлежащих должникам по исполнительным производствам. В настоящее время судебными исполнителями совместно с сотрудниками УВД создаются мобильные группы по задержанию и выдворению автотранспорта, находящегося в розыске. Акимат области уже рассматривает вопрос о приобретении автоматического распознавателя номерных знаков. Планируется, что аппаратно-программный комплекс появится уже в первом квартале текущего года. Это что даст? Вот мы раньше каждую машину останавливали с каждым сотрудником УДП, чтобы проверить наличие его должников. Получается, после приобретения данного аппарата там будет единая база вестись, где будет распознавать данный номерной знак, и если он является, тогда только мы его остановим.